Привет всем, меня зовут Лена. С вами рубрика «Тапочки-тряпочки». Сегодня мы находимся в студии Виктора Шарапова, где узнаем о новых тенденциях в мире стрижек и причесок. Кать, скажи, пожалуйста, давно ли ты занимаешься парикмахерским искусством и учишься в этой студии? Заниматься парикмахерским искусством начала 16 лет. Я училась еще в школе в 10 классе. Тогда я уже начала участвовать в конкурсах, не только в российских, но и международных. Ну, впоследствии продолжила свою учебу здесь, в студии Виктора Шарапова. Действительно ли сегодня в моде стрижки непредсказуемые, без четких контуров и с прядями различной длины? Да, это действительно так, так как мода возвращается к естественности. Девиз этого сезона – это возврат к природе. То есть формы стрижек нечеткие, линии рваные. Стрижки стригутся новой техникой, это техника пластами. Катя, как ты считаешь, что является изюминкой сегодняшних стрижек и причесок? В первую очередь это естественность, воздушность, простота линий. Точно так же, как и в одежде. То есть образ должен сочетаться в целом. Это одежда, и стрижка, и макияж. Сегодня модно окрашивать пряди волос самые различные цвета. А какое сочетание цветов сегодня наиболее актуально? Это разнообразная гамма, начиная от пепельных, кончая серебристыми, золотистыми. Также экстремальные цвета – синие, желтые, красные, цвета радуги. Это зависит от человека, какого стиля он придерживается. Зависит также от его настроения. А какой цвет является фаворитом в этом сезоне? Ну, я считаю, что это гамма красных оттенков, красная сенсация, а также золотистые, медные тона, а также пастельные тонирования. Есть ли какие-нибудь новые экстравагантные варианты причесок для дискотек, вечеринок, то есть там, где молодежи хочется особенно выделиться и быть индивидуальным? Да, конечно, не надо бояться индивидуальным. Для этого сейчас существуют яркие цвета красок, также прически сейчас более свободные, растрепанные. Это могут быть и загофрированные волосы, и волосы, уложенные гелем или воском. Или просто авангардная прическа, которая может ошеломить всех. Катя, откуда берется мода на стрижки и прически? Как она создается? Мода создает мастера-профессионалы, парикмахеры. К сожалению, она не должна стоять на месте, поэтому надо обязательно обмениваться опытами, идеями, мыслями. Для этого существуют гала-конгрессы, мастер-классы, семинары. Вот, в частности, в Рязани пройдет семинар, который состоится 11 числа. И это будет не просто российский семинар, а международный семинар. В нем примут участие мастера международного класса. Вот уже в шестой раз к нам приедет знаменитый парикмахер Мюнстера. Приедут также мастера из Воронежа, Москвы, Самары. Я думаю, что будет очень интересно. Кать, посоветуй что-нибудь нашим телезрителям. Я пожелаю им весеннего настроения, оставаться всегда всем красивыми, счастливыми, не бояться менять себя, следите за собой. И мы, кто работает здесь, в студии Виктора Шарапова, с удовольствием поможем вам в этом. Итак, молодежь, будьте всегда стильными и оригинальными. Экспериментируйте со своими стрижками и прическами при создании своего неповторимого образа современного человека.